Всем привет! Вы на канале RobloCamp, и сегодня у нас трейды на Gold Hornet. Это вторая легендарка из мифического обновления. Первый трейдик Райт Совушка, осьминог. Ну, как-то слабенькое начало. Райт Фурия, Флай Леди Баг, Ноу Пушен Скелетрекс, Флай Райт Овечка, Эмпер Обезьянка. Уже неплохо. Скейтборд, яйцо. Эти скейтборды, скутеры, в общем, транспорт можно хорошо затрейдить, но при условии, что вы найдете коллекционера. Так что нет, спасибо. Диамантовый дракон, Флай Райт Королева Пчел, гиена No Potion, Неон Райт Аксолотль, прикольно. Ой, Неон Райт Рина. Я собираю их для Меги, я только начала трейдить, так что, к моему сожалению, я отклоняю. Райт Королева Пчел, Додо, Единорог, Свинка, Дракон, Лев, Цербер, Три Цербера. Хотелось бы Неонку. А вот и НФР Цербер по заказу. Райт Голдхорн, Неон Флай Келпи и Мифик Эк. Еще одно. Райт Додо, Диамантовая Леди Баг, Красный Дракон, Цербер, Ниндзя Манки. НФР лошадка ультраредкая, маловато. НФР золотой пингвин, Ocean Egg, Mythic Egg, Ocean Egg, Mythic Egg, еще яйца и пума. Fly Red Phoenix, еще один, 4 феникса, красный дракон и грифон. Если бы не оночка была, то можно соглашаться. НФР Китсуня, No Potion Skeletrex. Классный пэт, скоро Хэллоуин, он будет популярен. МФР Юни, ух ты, еще и добавляют Феникса и Голдхорна. Это как за две легендарки, мега, такое бывает вообще? Она согласна, и я, конечно, согласна, хоть Лего в игре, но это мега, сейчас проверим. Отклонила, не настолько сильно хотела Неон Голдхорна, окей. Еще раз предлагает трейдик этот человечек и ставит нам МФР Бабочку. Неон Райт летучую мышку, еще одну, и добавляет Феникса. Мне, конечно, нравится бабочка, но она анкомонка, а Юни легендарка. А в принципе, предложение хорошее. Уже третий раз подряд предлагает нам трейдик и ставит уже одного МФР Юни. Круто, я согласна. Но она снова отклоняет, разум взял верх над эмоциями, когда новый питомец, все за него сильно переплачивают. Еще трейдик, Голдхорн, Райт Совушка, Райт Панда, слабенькое предложение. МФР Джинджер, Неон Голдхорн ценнее, чем Джинджер, так что сори. Флай Райт Арктик. Это, в принципе, неплохое предложение, но я отклоняю. Покажу, что еще могут предложить. Голдхорн, Красный Дракон, Фосил Эгг, Неон Альбина Бэт, Клаун Фиш, Йети, Виверн, Райт Утка, Динозаврик. Тирекс, еще один, три Тирекса, Аксолотль Райт, Феникс, Оушен Эгг, еще одно, Райт Зелье, Белка. НФР Снежная Совушка, Райт Пингвин, Райт Зелье, Райт Обезьянка, Райт Бык, Божья Коровка, Сердечки, как мило. НФР Динго, Неон Райт Динго, Неон Флай Собачка, Флай Кинг Би, Совушка, Лама, Кинг Би, Райт Кинг Би и еще Кинг Би. НФР Обезьянка, Голдхорн, Кинг Би. Цербер, еще один, Кобра, Красный Дракон, Флай Райт Грифон, Лев, о, даже кенгуру поставили, Бык, Совушка. Флай Райт Слоник, классный питомчик, если бы не он, я бы согласилась, не раздумывая. НФР Виверн, Бык, Бык, Зайчик, Мирхорс, Черепашка Флай Райт, Волпертингер, Игрушки, Диамантовое Яйцо, Фосил Эгг, Райт Пингвин, Золотая Крыска, Райт Гардиан Лев, еще один, Кинг Би, Оушен Эгг, Райт Павлин. О, МФР Глиптодон, он красивый.
Неонрайт Эму, Неонрайт Шибаину, покормили меня и игрушечку дали в спасибки, но еще посмотрим, какие есть предложения. Энфер Пингвин, Райт Голдхорн и еще один. Одного Феникса поставил и соглашается, красавчик. Флайрайт Фурия, Неонрайт Цовушка, Осьминог, Сасквотч, еще один, 4 Сасквотча. МФР Бык. Если бы он ценился хотя бы как красный дракон, то можно соглашаться. Еще добавил нам бизнес-манки, еще обезьянку, скутер. Диамантовый Юни, яйцо, неон Буффало, Райт Ленивец, Робин, две летучие мышки, снеговик, Эму. В этом предложении ценен только Юни. 4 Аксолотля, Райт Зелье и 4 Кирина. НФР Дракон, Неон Райт Ниндзя Манки, неплохо, Райт Совушка, ролики. 4 Гардиан Льва, один с Райдом, 4 Тирекса и еще Неон Райт Бабочка. Предложение хорошее, только прокачивать придется до неонки. А так выглядит даже очень ничего. 2 Райт Додо, Флай Райт Тирекс. Прикольно, даже Райт Крокодил, Овечка, Келпи и 3 Меркурс. Кенгуру Флай Райт, одна. Три Райт Зелья, Динозаврик, Сори Деклайн, Флай Райт Далматинец, я думаю, мало. Энфер Гост Банни, классный пэт, Божья Коровка, Неон Флайн Виверн и Неон Кирин. Энфер Овечка, Энфер Виверн, Энфер Гидра, которых мне надо прокачивать для Меги, а тут уже готовые. Энфер Саблезубый Тигр, красивенный. Неон Райт Мирхорс, Энфер Гост Банни, Неон Сасквотч, просто огонь. И еще 3 Гидры, это крутое предложение. Я согласна, а он отклонил. Я думала, насколько меньше мне прокачивать пэтов, а нет, не судьба. 4 Аксолотля, один с Райдом и Флай Райт Голден Юни. Энфер Юни, Энфер Сасквотч, Энфер Крыска, Неон Райт Снеговик. Ауси Эк, Энфер Бык, Додо, Голдхорн, Осьминог, Клаунфиш, Лягушка, Коала, Саблезубый Тигр. Энфер Павлин. Омега Сихорс, Голдхорн и Оушен Эгг. Можно уже соглашаться, в принципе, понятно, какие предложения на Неон Голдхорна для вас. Еще и Золотого Пингвина Райт добавил. Как раз прокачивать не придется, так что я соглашаюсь. Отклонил. Как-то неожиданно для меня. Энфер Той Манки. Ой, Энфер Коровка. Мне нравится это предложение. Соглашается. Отклоняет. Хорошее было предложение. Феникс. 4 Голдхорна, 1 с Райдом, 3 Гидры и Виверн. В принципе, это то же самое. За прокачку мне дали Ультрарарк и одного Феникса. Я соглашусь, мне не хватало Гидры и Вивернов для Меги. А Голдхорна прокачаю еще раз. А теперь предложение за неонового Голдхорна номер 2. 2 Голдхорна и 2 Фурии. Следующий трейдик. Энфер Свинка. Она из тех же яиц, как и коровка. Также редкая, но ценится коровка намного больше. Тирекс, Голдхорн, Павлин, Неон Райт Дельфин.
НФР Додо, Неон Райт, Божья коровка. О, даю 4 голд в Хорна и Фурию за прокачку. Сори, не хочу еще раз качать голд Хорна. НФР Голден Юни. Золотые трейды пошли. НФР Золотой Дракон. Скутер. Неон Флай Песец. 4 Гост Бани. НФР Феникс. Ну давайте поменяемся на него. Более интереснее предложения поступают, на мой взгляд. Не захотели, отклонили нам. Неон Флай Виверн. Совушка. Райт Акула. Флай Райт Осьминог. Кицуне. Цербер. Осьминог. Райт Зелье. Оушен Эгг. Неплохое предложение. Мега Райт Нарвал. Красавец из прошлого обновления. Райт Феникс. Райт Осьминог. Райт Скелетрекс. Мирхорс. Два Оушен Эггс. Флай Зелье. Райт Зелье. Еще зелье. НФР Йети. Виверн. Райт Арктик. Можно согласиться и получить неон коровку, если поискать по серверам, или неон Рина. НФР Красный Дракон. МФР Каала. Она, в принципе, ценится как неоновая кенгуру. А, он просит добавить. Сам отклонил. Диамантовый Юни. Феникс. О, еще нам предлагают МФР Юни. Ну ок, я согласна. А, она просит добавить. Не хочу добавлять. О, Флайрайт Ёжика. Давайте согласимся. Хотя, мне кажется, он ценится немного меньше Арктика. Давайте попробуем. Галочку поставил. Окей. Давайте попробуем. Ёжик остался у прежнего хозяина. Ну и ладно. Еще трейд. НФР Пчелка. Неон Райт Конек. Неон Райт Летучая Мышка. Флай Райт Сурикат, Райт Курица, еще одна, Неон Райт Шибаину, Неон Флай Эму, Флай Райт Олень, Пчелка и Шибаину в игре, а все остальные пэты олд. О, Курицу заменили на Неон Райт Белку, уже поинтереснее, тут легендарок нет, но есть олд питомцы. Мне один хороший человечек сказал, соглашайся на этот трейд, и за этих пэтов дам тебе неон фурию. И, конечно, я согласилась, мне нужна для Меги. Злата приглашает на пати, сори, заняты другие планы. Так что на серверах мне фурию не предложили неоновую, а неон Рина и неон Аксолотля я сама отклонила, так что будете знать, что могут предлагать за неон Голдхорна. Всем удачных трейдов. Пока-пока.